Ола, амигос, на связи Матвей. Блин, оказывается, короче, 20-й сезон в Fortnite вышел. Я вообще об этом, короче, не знал. Ну, чё ж, давайте лучше там, я не знаю, обзор какой-нибудь снимем. Короче, все, ребят, мнение эксперта о втором сезоне третьей главы Fortnite. Поехали. Иди сюда. Короче, ну, давайте посмотрим вообще, что это такое. Что для нас подготовили Epic Games. О, о, реально, смотрите. Ну, это реально третья глава, второй сезон. Вот это то, что нам надо. Так, смотрим. Вау. Ни хрена себе, блин. Что-то упал, кто-то появился на острове, офигеть. Ты что, Донбасс, я не разумею. Так, короче, ребят, не, мне кажется, ну мы не можем смотреть условно трейлер нового сезона Fortnite без этого. Ща. Во, вот это другое дело. Вот, вот это я понимаю, вот это вот настоящий как бы трейлер, как бы нового сезона Fortnite. Ну, не, по факту-то вообще, вот реально, смотрите, как бы, вот вертолет есть, самолет есть, танк есть, оружие, пушки, реальная война, как на Украине прям. Короче, ну вы сами понимаете, как бы вот все дела, вам вот как бы факты налицо. Что я могу сказать вот как эксперт насчет нового сезона Fortnite? Ребят, ну тут все достаточно просто, тут даже говорить ничего не надо, просто смотрите, заходим на YouTube канал отца Fortnite в СНГ, у Пола Fortnite, открываем видео, смотрим, смотрите, видео у Пола Fortnite, где? Где обзор на третий сезон второй сезон третьей главы Fortnite? Где? Вот почему-то вот на третью главу там есть, на 18 сезон есть. А где вот обзор на новый сезон? Я не понимаю. Что, настолько неинтересный, что ли? Ну, я не знаю, похоже. Почему даже вот у Пола него не снял обзор? Хотя он снимает обзоры там, я не знаю. Ладно, вот интересно, неинтересный, как бы нужно понять в любом случае. Поэтому, ребят... Короче, сейчас разберемся, блин, что это за фигня, то есть там трейлер крутой, там пушки, вертолеты, самолеты, ты подох, есть, типа, а видео обзора на канале у Пола нет, что это за дела? А его не удалили в России? Там библиотека есть. Где? А! Давайте Among Us поиграем. Вот, Fortnite. Ой, его что, обновлять надо? Блин, короче, его... Он у тебя удален, дебил. А, так короче, у нас же Fortnite Mobile вроде на телефоне, ребят. Ну это другая тема вообще. А где телефон? Блин, похоже, ребят, сегодня мы не поиграем, короче, в новый сезон Fortnite. А вообще, ребят, как бы надо понимать, что как бы любой лютый красавчик, который вот зашел на это видео, не понимает, что происходит, должен знать один лютый факт. Смотрите, заходим. Вот видите, вот, короче, такая фигня должна быть у каждого чела, который смотрит этот ролик. Вот, допустим, вот вы вот обычный лох, типа такие... Что это такое? Опа. Это нормально. Вот. Вот. Мотивкар. Fortnite Community. The best, not in СНГ, the best in the world, you know, bro. You must subscribe, bro. Ну, в общем, вы поняли, а если серьезно, то, ребят, сейчас все расскажу. Всю жизнь для меня, когда я играл в Fortnite, выход нового сезона, неважно, какой он там был, плохой, хороший, это было такое гигантское событие, которое нужно с нетерпением ждать и просто ликовать, когда оно наступает. Ну, ребят, давайте на чистоту, насколько бы не был хорош этот сезон, но интерес к Fortnite все равно подостыл. И это можно заметить как и по реакции общественности, так и по реакции самих разработчиков. Ведь я вам напоминаю, что даже официально на YouTube-канале Fortnite не выходил трейлер боевого пропуска этого сезона. Вот реально, трейлер БП всегда вот выходил вот вместе с новым сезоном на официальном канале Fortnite, сколько бы я себя не помню. А сейчас даже, похоже, эпикам стало абсолютно все равно на то, какой у них там сезон, как его преподнести, потому что все прекрасно понимают, что сейчас Fortnite уже нахрен никому не нужен. Даже тот факт, что в Fortnite на какое-то время отключили строительство, не привлек никакое, абсолютно никакое внимание, всем абсолютно все равно. И вот реально, ребят, честно вам говорю,
говорю, что я на все 100% уверен в том, что 20-й сезон Fortnite это реально имба, в которую стоит поиграть. Отключили строительство, добавили военную технику, добавили много новых механик боевых. В общем, ребят, это вот реально тот самый экшен, который и ждали всегда от Fortnite. Но, увы, время делает свое, и Fortnite нынче не в тренде, поэтому, по сути, это никому не интересно. Даже добавление Доктора Стрэнджа, как ни странно, да вот, я не знаю, я не фанат Marvel, но даже фанатов Marvel это вообще никак не удивило. Короче, если вы хотели мнение эксперта, то вот оно, что ни на то есть, самое экспертское мнение по поводу второго сезона третьей главы Fortnite. Все максимально круто, эпично, с кайфом, но никому уже не интересно. Моя субъективная оценка 8 из 10. А какую оценку новому сезону Fortnite поставишь именно ты? Пиши об этом в комментариях и пиши, что тебе больше всего понравилось и что тебе больше всего не понравилось. Было бы интересно об этом узнать. А если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово сезон. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца. Ну и конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Но при этом, пожалуйста, ты тоже лайкни это видео для его продвижения. Очень сильно надеюсь на твою поддержку. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.